В Югре террористы пытались привлечь в свои ряды новых адептов с помощью девичьего соника. О новых необычных способах вербовки рассказали сегодня на тематическом круглом столе в окружном правительстве. Подозрительный ресурс нашли с помощью системы «Поиск». Она выявляет интернет-сайты с опасным содержанием по ключевым словам. Ресурс был рассчитан в основном на девушек, которые интересуются толкованием снов. Террористы пытались завербовать тех, кому снились маджахеды или ваххабиты. Сейчас ресурс уже заблокирован. По словам экспертов, таким образом боевики пытались играть на чувствах девушек и втирались к ним в доверие. Для получения более точного толкования предлагаем вам позвонить туда-то и сообщить свой номер телефона и передать номер своей электронной почты. То есть перед нами типичный робот, который работает по привлечению людей.